Ты думаешь, я тебя не замечу? Серьезно. Чувак, завязывай с этим. Смотри мне в лицо. Смотри мне в лицо. Косоглазый какой-то. Всем привет, с вами Войс, и сегодня у нас обзор очередного мода на Майнкрафт. Кстати, как вы можете заметить, у меня сейчас другие шейдеры. Я просто меняю их, экспериментирую, пытаюсь найти, что конкретно лучше. Давайте начинать. Вызываем первое существо, которое является крипером-свинкой. Вот такой вот замечательный чувак. Кстати, как вы можете заметить, если же вдруг он будет в окружении других свиней, куда он убежал, я не знаю, давайте заспавним еще нескольких, то его очень трудно распознать. Ну, конечно, если мы будем смотреть вот ровно так, то видно, он намного выше, чем остальные свиньи. Но если вы, допустим, спускаетесь откуда-нибудь с горы и смотрите на картинку в целом, все равно немножко трудновато, согласитесь, это уже составляет небольшую проблему. В принципе, у данного крипера такое же здоровье, как и у обычного, такой же урон, как и у обычного, и площадь взрыва тоже одинаковая, поэтому он, по сути, отличается только своей текстурой, а также с него выпадает свинина. Давайте сейчас его убьем и посмотрим это. Где свинина? Нет свинины. Где свинина? Давайте еще одного убьем. Хочу свинину. Ей, ура! Вот такие вот две сырых свинины. Замечательно. Просто. Сейчас попробуем встать рядом и заставить его нас взорвать. Переходим в режим выживания. Супер, здорово, молодец. О боже. Посмотрите на это милое существо. Я не могу. Слушайте, это же так здорово. Ой, 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 нет, нет, нет. Подождите, подождите. Черт возьми, где маленькая свинка? Он ее взорвал. Боже, нет. Не хотел я этого. Мир ужасен. Ладно, идем дальше. Быстро, да, восстановился после такой тяжелой трагедии. Следующий крипер является просто замечательным. Почему? Потому что он не пытается нас убить. Это крипер-ангел, у которого золотой окрас, крылышки на спине. И, по сути, он умеет летать. И это очень здорово. Ему только колечко золотого не хватает над головой. А так все, в принципе, норм. Данный крипер-ангелочек обладает всеми такими же характеристиками, только опять не пытается нас взорвать. Хотя и показано то, что он вражеский моб. Вы можете это заметить в левом верхнем углу. И все, по сути, он просто будет летать и создавать такую замечательную специфическую атмосферу. Сейчас можем наспавнить их несколько штук. Давайте, чуваки, взлетайте! Летите, вы свободны! Йоу, молодцы! Даже если мы их ударим, поверьте, они не взорвутся. С них практически не выпадает ничего. Я пытался убить одного из них, и он мне не оставил ни кусочка. Никакого предмета, никакого вещества, ничего. Все, мы его убили. И, кстати, мы его всосали тоже. Всосали. Ну, поглотили, я имею в виду. И теперь мы рассматриваем следующего крипера. Следующий крипер намного мощнее. Не намного, а я бы сказал в два раза. У него 60 здоровья. Плюс, смотрите, какой окрас замечательный. Просто здорово. Фиолетовый окрас, синенькие глазки. И еще он взрывается в два раза мощнее и в два раза больше. Че, давайте посмотрим? Посмотрим, конечно. Режим выживания. Отходим, чуть-чуть отойдем. И вуаля, вы можете заметить то, что взрыв у него намного мощнее, чем у обычного крипера. Поэтому будьте с ним аккуратней. И, кстати, с него выпадает при смерти. Выпадает интересная штука, которую я должен рассматривать только тогда, когда я его убью. Точнее, она выпадет только тогда, когда мы его убьем. Да что ты будешь делать? Еще хочу, еще одного подайте мне, подайте, сейчас будем их всех гасить здесь. В общем, мы просто обязаны выбить с него эту вещь. Давай, сдохни. Я. О, ну наконец-то, мистический камень. И знаете, зачем он нужен? Я не знаю, зачем он нужен. Это вещь, которая... Без понятия, если честно, ребят. Ни в каком источнике не указано никакой информации про эту вещь. Честно, я пытался посмотреть все, но практически никто не знает, для чего она используется. Если вы знаете, пожалуйста, можете написать. Но не ваши догадки, а точную. Хотя можете догадки писать, какая разница. Информация все равно поможет. В общем, не знаю, зачем эта вещь, я просто ее выкинул. И идем дальше. Кстати,
Боже мой, я задыхаться начинаю. Скрафтить эту вещь нельзя. Вот вы можете заметить, крафтинга не указано. Ну, без понятия вообще. Что такое, что не то, не знаю. Идем дальше. Последний крипер, который самый мощный, который самый дикий и который самый радостный. Ага! Посмотрите на его зловещую улыбку. Он так и смотрит вам в душу. Крипер под названием Nether Star Creeper. И даже эта звезда у него нарисована на груди. А может, она наколота, а может, он зэк, я не знаю. Звезды на груди, боже мой. О чем я только думаю. Так или иначе, этот чувак очень опасен, очень-очень. Сейчас мы перейдем в режим выживания. Возьмем меч. Ой-ой-ой, подожди. Я даже не успел взять меч, нечаянно нажал на другую клавишу, и вы видели, что со мной случилось. Ну согласитесь, это же просто дико и зверско. Сейчас я хочу показать вам это еще раз. Мы возьмем алмазный меч, попробуем без брони, но я не уверен. Вызываем данного крипера. Ой, подожди. Стоп. Он не взрывается? А, конечно, я же в режиме выживания. Так, главное сейчас взять меч. У меня не было брони. И вот результат, как вы можете заметить. Где? Я прям заспавнился именно на этом самом месте. В общем, с данного чувака выпало семена хлопчатника. Нет, я не уверен, потому что я думаю, что хлопчатник все-таки был здесь. Да заткнись ты уже. В общем, взрыв этого существа очень большой, очень сильный. И будьте аккуратнее, если вы вдруг его встретите. И, кстати, его не так уж и легко найти. Поэтому вам придется постараться, если вы хотите такой взрыв. А может, вы его убьете, не знаю. Так или иначе, точно, если же вы его убьете, то есть шанс выпадения данной звезды, но он очень мал, поверьте мне. Сейчас мы попробуем заспаунить нескольких и убить. Посмотрим, допустим, сколько звезд выпадет с четверых. Вау, у меня заспаунилось даже два босса, если я точно говорю, хотя я не думаю. Убили? А, ничего нету, к сожалению. Вот этот вообще как-то так. Я не могу. Просто посмотрите на улыбки их. Они так довольны, честно. Прям так рады. Чему будем радоваться, без понятия. Да блин, лети давай. В креатив моде. Давай и ты. Я не могу, я смотрю на них, просто они улыбаются. Чему они улыбаются? Без понятия. Обычный порох. Нету этой звезды. И последний чувак. Надеюсь, это у него что-нибудь да и будет. Вау. Это он меня так подкинул. Эй, ты где? Вот, походу это он меня... 240, да ну нафиг, не буду я его бить, очень долго его бить. Просто это босс. Получилось, так получилось. Нет, это не этот мод, это совсем другой мод, который добавляет боссов. В общем, ребят, все, как могли заметить, с него не выпала эта звезда, но обычно, необычно, а очень в редких случаях она падает. Если вам понравилось, вам не мешает это все оценить. Также вдруг подписаться, если вам стало интересно, и, пожалуй, прокомментировать. С вами был Войс, увидимся в новых сериях. Пока!